Сотрудники и ветераны СКРУ-1 провели субботник по благоустройству территории вокруг недавно отреставрированного памятника погибшим калийщикам. Точная дата его установки неизвестна, как и событие, в память о котором была установлена стела. В этом году в честь празднования 80-летия первого Соликамского рудоуправления было принято решение памятник отреставрировать. Инициаторами этого мероприятия выступили сотрудники и ветераны СКРУ-1 при поддержке управления внутри корпоративных коммуникаций. Память, она очень важна. Если сейчас забыть, перестать реставрировать, то очень быстро это придет в негодность, нам нечего будет передать потомкам. А так сохранился этот объект, и, надеюсь, он будет реставрироваться, поддерживаться следующим поколением калийщиков. Поскольку стела высокая, почти в два раза выше человеческого роста, обновить ее собственными силами не представлялось возможным. Поэтому реставрационные работы выполнили специалисты одной из соликамских компаний. А инициаторы акции привели в порядок территорию вокруг обновленной стелы, убрали мусор и высадили декоративные растения.